Всем привет, мои дорогие подписчики, те, кто в первый раз зашел ко мне в гости. У меня сейчас небольшое видео, в котором я хотела бы вам показать небольшие продвижения в моем замечательном наборе. Это озеро Морейн, размерчик 20 на 20 от фирмы Овен. Самое главное то, что это первый набор, который я вышиваю от этой фирмы. Смотрите, набор упакован вот в такую папочку. Сзади лежит все то, что мне необходимо для вышивания. Здесь у меня карта цветов и небольшой такой вот органайзер, где все ниточки лежат. Сейчас я вам покажу, свет немножко переведу, ой-ой-ой, покажу, сколько я вышила. Вышито у меня не очень много, вышиваю я самой-самой крайней стороны. И потихонечку процессик у меня движется. На самом деле это вообще просто невероятная красота. Сейчас мне необходимо было прерваться, чтобы снять схемочку. Вот так вот выглядит моя работа. Знаете, вот я раньше вышивала сверху такие, знаете, серые цвета. На самом деле они меня утомили. И я решила, значит, перейти к самому нижнему квадратику с правой стороны. И эти цвета меня как-то, знаете, больше располагает и мне больше нравится. Вот столько я вышила. Сейчас я хочу вот дошить с этой стороны вот это вот угловой квадратик, даже чуть-чуть побольше, чем квадратик. Ну, а дальше мы, конечно же, посмотрим. Я посмотрю, как у меня дело будет идти. Осталось мне вышивать не очень много, но в ближайшее время, не знаю, вышью я или не вышью, вот понятия не имею. Немножечко моего Овна, немножечко моего озера Морейн. А на этом я буду прощаться. Те, кто не подписались, подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет приятно. Пишите комментарии, добавляйтесь в Инстаграм, там в сторис много всякой фигни, о вышивке и не только. Вот, значит, добавляйтесь в друзья ВКонтакт, в Одноклассники, ну и так далее. Самое главное, будьте живы и здоровы, пожалуйста, пусть у вас будет хорошее настроение. А мы с вами увидимся уже в других моих видео чуть-чуть попозже. Всех целую, всех люблю, пока-пока.